Ну, и играли с Коканом, очень такая сплоченная команда. Имеют качественных, хороших игроков, поэтому настраивались на игру, как обычно, как ко всем командам. Поэтому быстрый гол, наверное, чуть-чуть нас как бы легче стало играть. И потом второй гол, окончание первого тайма. То есть и во втором тайме уже чисто мы играли от обороны на быстрые атаки, быстрый гол. Поэтому, я думаю, удалась игра. Поэтому всем ребятам спасибо за игру, за самоотдачу. Претензий нет никому. Üçüncü goldan keyin ko'rdik, katta jamoa anchagina xotirjamlik yo'qdi. Shu vaziyatda qo'pona masalan gol urib natijaga erishib ketish mumkin deb undan qo'rqmaganmidingiz? O'zi shu holatga izoh bering. Ну, это футбол, каждая команда атакует, каждая команда бывает создает моменты и хочет забить, поэтому здесь ничего такого нового нет, поэтому как бы знали сильные стороны соперника, поэтому как бы играли уже когда после счет 2-0 был, с быстрой контратакой, с быстрыми атаки, я думаю, у нас получилось. Ну, это футбол, у нас бывает общение во время матча, я думаю, это ничего такого нет, поэтому никаких у нас личного этого нет. Это со всеми так мы общаемся, поэтому нормальные вещи, эмоции. Ну, понимаете, нас 22 футболиста, да, и в течение сезона даем каждому игроку возможность проявить себя на игре. То есть сегодня мы решили так сделать, потому что мы знали, что стандарты у Коканда очень опасны, поэтому решили так сыграть. И поставили Шалгода справа полузащиты, а потом в течение игры мы поменяли схему игры. Еще раз не слышу. Ну, понимаете, мы 4 дня назад сыграли игру с Алмалыком, да, то есть был тяжелый матч, наверное, вы видели, может быть. Поэтому многим игроков, кто в состоянии был как бы уставший, поэтому заменили их, дали более свежим игрокам проявить себя на поле.